Здравствуйте, это программа «Город С», я Елена Чернявская. Для многих из нас лето – любимое и долгожданное время года. У школьников начинается пора каникул. Их отправляют в гости к дедушке, бабушке, посылают отдыхать в детский лагерь или санаторий, ходят купаться на реку, играть в лесу. Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами себе. Во время длинных летних каникул дети проводят много времени без присмотра взрослых. И понятно, что одно детство не проходит без царапин, ссадин, ушибов, ведь любопытные ребята стремятся изучить все новые и новые неизвестные для них места. Вот как следствие, во время летних каникул значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных заболеваний у детей. Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. Поэтому очень важно объяснить и напомнить детям необходимые правила безопасности. В нашей студии начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД Российской Федерации на транспорте Алла Нечесова. Здравствуйте, Алла Альбертовна. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, для вас в первую очередь наступила горячая пора по работе, летние каникулы, дети отдыхают, как я уже сказала, подчас предоставлены сами себе. Скажите, пожалуйста, какие сейчас возможны риски для детей и подростков именно в летнее время? Не случайно. Вот сейчас именно у нас традиционно в начале лета с 1 по 10 июня, а потом в начале учебного года проводится профилактическое мероприятие «Дети и транспорт». Почему оно проводится? Дети устали, дети сидели в изоляции. Сейчас изоляция несколько ослабевает, и вот эта масса детская выплескивается на улицу. Что я хочу сказать? Вот эта операция «Дети транспорт», она сегодня идет уже восьмой день, и уже можно подвести кое-какие учебы. Да, пожалуйста, итоги. Вы знаете, что меня вот поражает больше всего? Вот эти протоколы по 5.35, части 1 Кодекса административных правонарушений. Эта статья звучит одинаково и для нерадивых родителей, которые ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, и для родителей, которые, ну, просто проявили какую-то халатность, вот все было хорошо, вот, знаете, вот в этот момент вот как-то упустили ребенка. Приходишь домой, родители смотрят телевизор, отдыхают, спрашиваешь, а где ваш маленький ребенок? Все, что до 16 лет, это маленькие дети, согласитесь. Да где-то был здесь, вот во дворе на велосипеде катался. Да что вы говорите? Пойдемте, в отделе ваш ребенок у нас. Он распивал спиртные напитки в полосе отвода железной дороги. Да, он был с велосипедом. И вот представьте, напившись пиво, он сейчас сядет на велосипед и поедет по железнодорожным путям. Что произойдет с вашим ребенком? Конечно, у родителей прединфарктное состояние. Они хватаются за сердце, папа сжимает челюсти, у него желваки. Но, вы понимаете, надо ребенка-то контролировать. Не тогда уже, как говорится, после драки кулаками махать, а надо до того провести с ним беседу. Не допустить вот такой ситуации, что он что хочет, то и делает. Куда хочу, туда и пойду. Самое главное, с кем хочу, с тем и пойду. Контролируйте круг общения вашего ребенка. Посмотрите, куда он пошел. Тем более, если рядом железная дорога. Другой случай. Три девчонки, 10-12 лет. Ну, казалось бы, ну такой возраст принцессы, ну прям вот такой вот кисейной барышни, прям вот в кружевах и розовенький весь. Нет, девушек мы, практически взрослых девушек, как они себя считают, выявили на железнодорожном мосту через небольшую речушку, где они пытались пройти по поручням, где они кидали камни, просто камни вниз на пути. Вы понимаете, ну, во-первых, мог пойти поезд. Они бы могли разбить стекло. Во-вторых, они бы могли, залазя на поручни, попасть в дугу электрического тока. И ну, просто бы ничего от них не осталось. И во-вторых, режим самоизоляции никто не нарушал. А от дома они находились где-то на расстоянии 3,5 километра. Опять же, родители спрашивают, где ваши дети? Да где-то тут рядом гуляют. Вот тут вот с подружками. Да, давайте все-таки мы еще коснемся безопасности на железнодорожном транспорте. Тоже тема сейчас актуальная. Детей перевозят, вот как я уже сказала, к бабушкам, к дедушкам и так далее. У нас есть серия видеороликов, я сейчас их попрошу нам показать по безопасности на транспорте. Заранее говорю, сделаны в игровой, шуточной форме, но последствия могут быть не шуточные. Давайте посмотрим.
Алла Альбертовна, какие правила безопасности на железнодорожном транспорте в летний период вот, нужно учитывать и помнить как детям, так и родителям? Вот если родители, бабушки, дедушки, дяди, тети едут со своими детьми, дети у нас бывают разного возраста, и 7, и 17 лет. Вот маленьких детей непременно надо держать за руку. Мы детей учим маленьких. Взрослых за руку держите и от них не отходите, чтобы без присмотра не остаться. И опять же, всегда научите ребенка. Толпа на железнодорожном вокзале, толпа при посадке. Что надо делать, если вдруг ребенок потерялся? Да. Объясните ему, внушите ему, что не надо паниковать, не надо бежать, куда глаза глядят. Подойдите к любому железнодорожнику, к транспортному полицейскому, который всегда присутствует при посадке. И обратитесь к нему и скажите: «Я потерялся». Ну, в течение 5 минут родители будут найдены. Но такую ситуацию нельзя допускать. Я повторяю, для ребенка это стресс. Ну и для родителей тоже. Но ребенка маленького держите за руку. Взрослым детям объясните, что в вагон сначала входят маленькие дети, пожилые граждане, а потом все остальные. Не бегут, не несутся, спокойно заходят, не несутся занимать места, сели и спокойно поехали. Ни в коем случае нельзя высовываться в окно. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя бегать по вагону. Вот это, опять же, занимать места, перебегать с места на место. Как правило, едут на дачу, это удочки, грабли с собой, лопаты. То же самое. Все аккуратно поставили, чтобы, упаси бог, никого-то не травмировать. Удочки мы даже можно положить на специально отведенную, да, на специально отведенную форму. Правила переезда на транспорте также есть видеоролик. Давайте его посмотрим. Продолжаем разговор, но вот подчас еще игры на железнодорожных путях приводят к страшным, неимоверным последствиям. Скажите, пожалуйста, вот в период летний, это же также вопрос обостряется? Конечно, что нужно знать, конечно, и помнить? Во-первых, дети предоставлены сами себе. Вот какая-то детская компания, пошли, заигрались, забылись, и уже вот от трагедии, ну, один буквально шажок. Кто-то предложил наложить какие-то посторонние предметы. Вот их наложили, идет поезд, все в рассыпную, кто-то споткнулся, побежал. Трагедии не миновать. Да вы знаете, у нас даже какой однажды случай был. Ну просто вот уму непостижимо. Пришли дети на железнодорожные пути. Дети были от 7 где-то до 12 лет. Все они жили в одном доме. Что вы думаете? Они пришли и стали на платформе играть в прятки. И двое ничего не придумали лучше, как спрятаться за колеса. Представляете, какая трагедия? А если поезд дернулся? А если поезд начал потихонечку идти? Ребенок бы испытал ужас, а то и не заметил бы. Понимаете, для него в данный момент важнее, чтобы его не нашли. А в аварию он никогда не попадет. Ладно, были на месте патрульно-постовая служба. Просто вытащили их, вызвали родителей. И опять же, вот вы понимаете, вот все идет, я считаю, из семьи. Давно ваши дети гуляют? Утром ушли. А сейчас сколько времени? 3 часа дня. Почему вы не хватились? Где они? Чем они занимаются? Почему они где-то, вот их не видно, в поле зрения их нету? Ну, родители вот в этот момент пожимают плечами и говорят: будем в следующий раз думать. Вот, понимаете, они не понимают, что следующего раза-то может и не быть. Железная дорога, особенно если кто-то рядом живет, это зона повышенной опасности. Нечего там детям с играми делать. И вот я что хочу сказать. Был такой случай, пример. Вот я сказала про велосипеды. Да, вот едут они вдоль железной дороги, практически по насыпи. Едет поезд, особенно если он позади идет, из-за спины. Ведь не услышит же его. Не услышит и не увидит. И какой-то выступающей частью он может задеть этого велосипедиста. Недавно вот у нас был пожилой человек, лет за 70, на велосипеде едет. Даже не по насыпи, даже не между пути, а прямо в колее едет.
между рельсами. Спрашиваем: дедушка, ну как так, на вас дети смотрят? На что дедушка сказал: да я когда-то на железной дороге работал, со мной ничего не случится. Потом: дедушка, ну на вас же они смотрят, и они берут с вас пример. Тут он зачесал затылок, сказал: ну, наверное, да. Понимаете, вот все идет от взрослых, от нас с вами. Показали дурной пример, вовремя не остановили, не сделали замечания. Но это на нашей совести. У нас есть еще один видеоролик Аллы Альбертовны. Я предлагаю его посмотреть, собственно, как наглядно это происходит. Алла Альбертовна, безопасность на воде – очень также актуальная тема в период летних каникул, купание в водоемах. Вот давайте обсудим еще и эту тему, потому что жертвы, к сожалению, на воде бывают каждый сезон, и среди детей в том числе. Скажите, пожалуйста, вот какие меры предосторожности нужно учитывать, находясь на водоемах? Во-первых, да, мы живем на Волге. Волга – это любимое место отдыха наше. Как на берегу, так купание в воде, так и прогулки. Ну, скажем так, любимое времяпровождение, особенно какое-нибудь праздничное, это у нас катание на речных трамвайчиках традиционно. В Самаре, в Тольятти. Ну, что я хочу сказать. Если бы это был прошлый год, у нас бы сейчас все внимание было уделено проведению последних звонков и выпускных. К сожалению, в этом году, ну, не получится у детей это. Почему? Потому что, ну, все прекрасно понимают, что здоровье горожан, здоровье наших, нашего города, это превыше всего. Я хочу сказать, что эта вода – это не менее опасное место, чем железная дорога. Во-первых, дети должны быть на водоеме, купании, только в сопровождении взрослого гражданина. Пусть будет это родственник, мама, папа, да, в конце концов, дядя, тетя, сосед. Собрали они целую ватагу ребят из своего дома, из своего подъезда и привели. То есть взрослый гражданин, он следит за тем, как дети себя ведут. Потому что дети, ну, понятно, что у них, они в состоянии эйфории, вода, брызги, шутки. А шутки порой небезопасны. То есть должен присутствовать взрослый человек, особенно если это маленькие дети. Во-вторых, дети... Ну, должны уметь плавать, элементарно плавать. Была у нас такая программа «Живу на Волге, умею плавать». Плавать, да. Я тоже была как раз ее помню. Да, была такая программа. А многие дети воду-то идут, а воду боятся, и вот этот вот ужас их сковывает. То есть... Надо поучить своего ребенка хотя бы несколько уроков плавания взять, чтобы он мог элементарно держаться на воде. Далее, что хочу сказать. У многих у наших граждан есть свои катера, лодки. Ну... Не хочу пугать, но вот вспомните прошлый год, страшный пример, когда папа привязал ватрушку, будь они неладны, эти ватрушки, что зимой, что летом, к своему катеру и стал катать детей. Он не заметил, как ребенок слетел, ну и ребенок попал под лопасти. Поэтому, сами понимаете, чем это закончилось. Ну, это трагедия на всю жизнь. Повторяю, вода игр не терпит. И шутки с ней плохи. Дальше. Очень часто на трамвайчиках личных. Вот сейчас их пока не пустили, но на переправу на ту сторону Волги уже открыто. Осуществляется. Да, уважаемые родители, если вы плывете с детьми, пусть они будут в зоне вашей видимости. Почему? Потому что нельзя перегибаться далеко. Нельзя залазить на ограждение. Ну и вообще, ребенок должен быть в поле вашего зрения. Повторяю, можно упасть. Был у нас такой случай, когда женщина одна упала, она ехала с детьми, но она хотела сделать очень, с ее точки зрения, важную фотографию. И упала за борт. Ее спасали. Прыгали за ней в воду. И какова вот ужас был у ее детей, которые говорили: ну, мама, ну почему же все взрослые люди как люди, а ты вот у нас за борт упала? Ну, что же это такое? Ну, мы же не стали говорить, что мама была несколько нетрезва.
нетрезвые люди и вода, это вообще несовместимо. Почему? Скажите, пожалуйста, а вот кто осуществляет надзор на воде вот за такими трагическими случаями, о которых вы сейчас говорите? Ваша служба на чеку, а, в да, том на числе? Чеку. Вот, извините, когда особенно детские группы переплывают или куда-то плывут, в обязательном порядке присутствует сотрудник патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Это когда вот детские группы плывут в обязательном порядке. У нас дети и в лагеря загородные плавают, ходят на этих трамвайчиках, и на экскурсии, пожалуйста, ездят, и выпускные вечера у нас. А выпускные вечера у нас сейчас, извините, и в первом классе, и в четвертом, и в десятом, и в девятом, и одиннадцатом. Я же повторяю, это традиция. Отдых на воде у нас. Мы живем на Волге. Поэтому правила поведения нужно знать. Алла Альбертовна, вы знаете, я сейчас хочу продемонстрировать одно видео. Оговорюсь сразу, что да, конечно, этот год особенный, и все мы прекрасно понимаем, что мы сейчас живем в режиме самоизоляции, пандемии. Так сложилось. Но, тем не менее, ваша служба ежегодно, очень много лет подряд выполняет работу, связанную с профилактикой детского травматизма, в том числе и на воде, и осуществляете контроль на выпускных экзаменах. Да, в этом году их нет, но, тем не менее, я хочу посмотреть, чтобы вы, хочу показать вам, уважаемые телезрители, чтобы вы посмотрели работу, именно которую осуществляет линейное УВД на транспорте. Транспортные полицейские традиционно проводят мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выпускных вечеров. Тщательно проверяются теплоходы, на которых школьники в сопровождении родителей и учителей будут отмечать этот праздник. Специалисты-кинологи обследуют места посадки и высадки детей, а также непосредственно само плавсредство, на котором будет проходить прогулка. Во время выпускных вечеров и последних звонков, которые проходят на речном транспорте, в обязательном порядке школьников сопровождают транспортные полицейские. На каждом речном судне дежурят как минимум 2 человека. Предварительно проводится инструктаж о необходимости наличия родителей и педагогов во время праздника, чтобы дети не оставались одни. Важно, чтобы взрослые, не говоря уже о школьниках, были трезвы и соблюдали все положенные меры безопасности. Значит, у вас, дети, еще раз говорю, сегодня праздник. Этот день должен запомниться на всю жизнь. Но не чем-то плохим, а хорошим, чтобы потом вспоминалось и выступали слезы умиления и радости, а не слезы от того, что что-то произошло с вами. Поняли? Поняли. Уважаемые родители, вот сегодня вы выпускаете, как говорится, в жизнь детей. Поэтому будьте внимательны, будьте благоразумны. Это детский праздник. Аналогичные проверки проводились и перед празднованием последних звонков. Еще раз отмечу, что эта работа проводилась каждый год. В этом году нет выпускных, нет последних звонков. Это все отменено, но, тем не менее, не нужно забывать и нужно следить за своими детьми. Вот, собственно, ту работу, которую вы осуществляли, верно? Да. Что я еще хочу сказать. Вот в обязательном порядке надо задуматься о том, вот какой отдых мы устраиваем своим детям. Были у нас такие случаи, когда на островах Волжских устраивались такие, ну, самостийные лагеря, лагеря отдыха, робинзонада, где дети, скажем так, предоставленные практически сами себе, группы от 10 до 15 человек, готовили кушать то, что найдут, что выловят в палатках. И вот когда подъезжаешь там к этому лагерю, дети стоят в этих пластиковых лодках, с этой лодки рыбачат, удочки у них, ветер, штормовое предупреждение. Уважаемые родители, прежде чем отправить ребенка в такой лагерь, вы должны поинтересоваться, есть ли лицензия, опытные ли вожатые, достигли, даже так скажите, вожатые 18-летнего возраста, то есть есть ли у них какие-то разряды спортивные. Ни в коем случае при штормовом предупреждении не отправлять детей. В лодке должны присутствовать взрослые спасатели с опытом. То есть вспомните трагедию на Сиам-озере, вспомните 2 года назад у нас лагерь вот такой обнаружили, где не было не еды, а лекарства в аптечке были все просрочены, и кроме аспирина и зеленки там ничего не было. То есть можно все-таки отдыхать, и важно отдыхать, но самое главное, правильно организовать отдых, верно? Он должен быть правильно организован. Даже если и едете с родителями, семья, там друзья едут, берут с собой детей, ну, пожалуйста, следите, пожалуйста, все это правильно организовывайте, ведь отдых-то на волжских просторах прекрасен. Да, отдых на реке – это самое лучшее, что может быть вообще, но все хорошо
в меру. Все хорошо так, как должно быть. То есть должны быть опытные люди, которые организуют и которые следят за прохождением вот, всех событий. Mm-hmm. Потому что, ну, говорят, ну, кого-то с собой брать. Извините, даже вот в вашей семье, может быть, кто-то, папа, дедушка, очень опытный человек, опытный рыбак, опытный человек в том плане, что он бывший спортсмен, что он когда-то ходил на лодках по Волге, в кругосветку жигулевскую. Но ни в коем случае не собралась ватага, тем более подогретая спиртным, и понеслись они. Нет, вот именно в таком случае бывает, что происходят несчастные случаи. А тогда, когда все продумано, все сделано по уму, там, где лицензии есть, может быть, даже уже какие-то заготовленные лагеря, там действительно вы будете под контролем, и вы будете, отдых ваш будет, ну, скажем так, богат на прекрасные впечатления. Алла Альбертовна, вот нахождение также на дачных массивах, также тема очень такая острая, потому что на большинство из них в нашей Самарской области имеются водоемы, да, и дети также туда идут отдыхать. Вот скажите, пожалуйста, на что в первую очередь надо обратить детям самим, когда они видят водоем, когда, к примеру, они умеют плавать, хотят искупаться, но вот элементарные меры безопасности какие нужно учитывать? Да, вот я приведу, опять же, чтобы было доходчиво, на примере. Группа мальчишек и две девчонки собрались искупаться. Река Сок. Значит, ну, им тут это место не понравилось, они решили переплыть реку, и там какое-то озеро загадочное, кто-то mm-hmm. про это озеро сказал, вот им срочно понадобилось на это озеро. Стали переплывать. Причем, увидев какое-то бревно, за него зацепились. И тут одному из мальчишек, у него было эндокринное заболевание, стало плохо, он просто гибнуть стал. И мальчишки не бросили его, с одной стороны, вот они молодцы. Они его подцепили, перекинули через бревно и стали помогать добраться на ту сторону берега. Но течение сильное. Сами дети с течением не могли справиться. И вот они больше полутора часов дрейфовали, пока МЧС их не остановили, не приняли. Почему? Потому что они, мальчишки, кричали, когда проплывали, но люди думали, что дети их приветствуют, mm-hmm. что это так весело и хорошо. Ну, один гражданин сознательный, он проплывал на байдарке, да? Да, сразу к берегу, сразу вызвал МЧС и скорую, и все на свете. Вот хорошо все закончилось. Опять же, повезли этих детей по домам. Везде в домиках бабушки, дедушки, мамы, папы. Где ваши дети? Да где-то здесь катаются на велосипедах. Угу. Когда они у вас ушли из дома? Утром. А сейчас уже темень, 11 часов вечера. Почему вы не интересуетесь, где ваши дети? Да вот мы тоже же в детстве гуляли. Мы тоже были в деревне, ходили там до ночи. Это то ваши постоянный, дети. Постоянный контроль. Тотальный это, контроль. Да, это ваши дети. Ну, как сказать, тотальный. Контроль не должен быть mm-hmm. назойливым. Надо быть другом своему ребенку, который периодически будет маме позванивать, сообщать: мама, ты не беспокойся, я здесь. Когда вы знаете, вы можете успокоиться, что друзья у него хорошие. Вы знаете, кто у него друзья. Это соседские хорошие мальчики. И компания неплохая. И в любой момент можете позвонить и уточнить. Но если ваш ребенок пропал и несколько часов, от него нет никаких известий, даже уже 2-3 часа, это пора бить тревогу. Угу. Это рядом вода, рядом лес, рядом железная дорога. Будьте внимательны и бдительны. Любите своего ребенка. Хорошо. На что в первую очередь сейчас нужно обратить внимание в период летних каникул? Вот какую профилактическую работу вы проводите? Конечно, вот наша передача сейчас как раз направлена вот на пресечение этих мер безопасности, но тем не менее. Вот что бы вы сейчас хотели сказать? Обратиться к родителям, бабушкам, дедушкам, ну и, наверное, к самим детям. Нужно беречь себя и свое здоровье. Конечно, конечно. Будете счастливы вы, будут дети. Будут счастливы все окружающие, ваши мамы, папы, бабушки, дедушки. Поверьте, вот больше, чем радость за ваше счастье, за ваши успехи, ну, нет ничего для них в этой жизни. Mm-hmm. Это вот самое-самое, что может быть замечательным. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Мы с вами прощаемся. И напоследок хочу показать, продемонстрировать еще одно видео, как нужно себя вести на воде, чтобы оставаться в безопасности. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Безопасность на водоемах. Многие современные города и населенные пункты расположены на берегах естественных водоемов – рек, озер или морей. Во многих есть искусственные пруды – водохранилища. С давних пор человек использовал воду рек и озер в своем хозяйстве и быту. Для бытовых нужд, особенно для питья и приготовления пищи, нужна чистая пресная вода.
Эта вода в процессе ее промышленного использования загрязняется различными химическими веществами, становится непригодной для использования человеком и сбрасывается в реки и озера, загрязняя их. Поэтому в черте города и вблизи него вниз по течению вода в реках непригодна для питья, а в некоторых местах опасна даже для купания. Летом в жаркую погоду лучше отдых на берегу реки, озера или водохранилища. Но надо помнить, что не во всех местах можно купаться. Если на берегу установлен знак «Купаться запрещено», не следует нарушать этого запрета, как бы ни было велико желание искупаться. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Лучше всего купаться в специально оборудованных местах, на пляжах, в бассейнах. Обязательно предварительно пройти медицинское свидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания. В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина, до 2 метров, нет сильного течения. Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду, при температуре воды 17-19 градусов Цельсия, воздуха 20-25 градусов. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой. При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом. Первое. Изменить стиль плавания, плыть на спине. Второе. При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. Третье. При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и силой подтянуть стопу к себе. Четвертое. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу ниже голени, у лодыжки, за подъем, и, согнув ее в колене, подтянуть рукой силой назад к спине. Пятое. Уколоть себя любым острым предметом, булавкой, иголкой и тому подобное. Шестое. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение лежа на спине.